Да. Так, подождите секунду. Зеркальце есть? Должен хорошо выглядеть. А, здравствуй, город-герой Минск. Мы приехали к вам в гости с очередной программой, которая называется «История звука». Такой экскурс в историю новейших лет, новейшего времени, да. Послезавтра будет концерт. Поговорим, вспомним, споем вместе. Много песен. Будут звучать песни 80-х, 90-х, нулевых. Вот Аленушка. Подойди к нам, Аленушка, да. Наша певица Тёмыч. Подойди, родной. Смотри, как ты прекрасно выглядишь. Наш барабанщик, да. Алена Романова. В общем, все интересно будет, я надеюсь. Постараемся не облажаться, как говорят музыканты. Все будет хорошо. Группа ДДТ отличается очень придирчивым таким, придирчивостью к качеству звука, света. И мы вообще в каждом городе даем два концерта, потому что полтора-два часа мы репетируем, строим звук на каждую песню, а потом играем еще, да. Ну, такие мы рабочие лошади, да, кони. Мы сейчас, ведь главное, присели за запись нового альбома, которым мы очень серьезно занимаемся. И, в общем-то, нужен был, наверное, перерыв, чтобы не утонуть в материале. Вы знаете, как сидишь там, репетируешь, работаешь над альбомом, да, Рома? Надо немножко перерыв. Вот мы решили, так сказать, проветриться, съездить в замечательную Беларусь и еще кое-куда, до Волгу и так далее, да. Ну, а потом в декабре начнем дальше писать альбом.